Ну, в окрестностях села Кахун в эти дни проходит этап Кубка мира по авиамодельному спорту. В состязаниях участвуют планеристы из разных регионов России, в том числе Крыма, а также из Казахстана. О воздушных баталиях наш спецкор Заур Гидуев. Для нас, авиамоделистов, Кахун как Байконур для космонавтов, признается Олег Бурдов из Казани. Сюда приезжает аж 77-го года и каждый раз с большим удовольствием. На этот раз он в соревнованиях не участвует, а судит. Очень хорошая организация здесь. Все и власти хорошо помогают. И моделисты здесь хорошие, сильные. И традиционно. А погода, ну это просто всегда здесь тоже хорошая. Артем Бабенко из Феодосии подавал заявку как гражданин Украины. В итоге в Кабардино-Балкарию прибыл как россиянин. Сожалеет, что нет рядом бывших партнеров по сборам и считает, что это временное явление. Политика не должна влиять на спорт. Это разные галактики. Тем более для них, как и для меня, это поле стало уже родным, подчеркивает Артем. Его уже давно прославили, эти поля. Тем более моделисты. Когда говорят Нальчик, Нарткала, все сразу задумываются, так, все дела по боку, едем. В этом году тон задают молодые. Так, в классе модели планеров F1A 17-летний Михаил Ломов сумел обойти всех именитых авиамоделистов. Просто удачно поймал попутный ветер. Скромничает победитель этапа Кубка мира. Как удалось выяснить, Ломовы целая авиамодельная династия. Николай – чемпион мира и России, Павел выиграл континентальный кубок. Не отстает от них и Михаил. Это было для меня очень сложно, поскольку в наш планерный день модели уносились очень далеко, и в каждом туре приходилось примерно по 1,5 километра ходить за моделью. Запустить планер в воздух – это целое искусство. Роль играет каждая мелочь. Чтобы он парил в небе как можно дольше, модель должна быть усовершенствованной, а спортсмен – технически подкованным. Надо еще и угадать направление ветра. Выигрывает тот, у кого все сопутствующие обстоятельства сложились более удачно. Впереди финал. Нужно определить победителя в классе таймерных моделей. Если погода не подведет, сегодня этап Кубка мира завершится, и послезавтра стартует уже чемпионат России. У спортсменов будет день, чтобы доработать свои планеры и немного отдохнуть. Заур Гидуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария.